Она сидела на полу, игрулу писем разбирала, и как остывшую золу брала их в руки и бросала. Брала знакомые листы и чудно так на них глядела, как души смотрят с высоты на ими брошенное тело. И сколько жизни было тут невозвратимо пережитой, и сколько горестных минут любви и радости убитой. Стоял я молча в стороне и пасть готов был на колени, и страшно грустно стало мне, как от присущей милой тени.